Ты что тут делаешь? Брат Фуэй ждет нас на встрече. Суд вынес решение. Учитывая отсутствие доказательств, не доказано, что Чу Хуанфэй использовал чужие произведения искусства. В иске отказано. Ходатайство истца отклонено. Дело закрыто. Господин Чу, скажите пару слов. Господин Чу. Господин Чу, этот иск затронул школу Снежных гор? Господин Чу, девушка, подавшая иск, дочь вашего покойного друга? Картину нарисовал ее отец? Ваш друг-художник не подозревал, что вы заберете его работу, потому что у вас похожий стиль. Поразмыслите сами, друзья-журналисты. Разве меня подозревают в подделке чего-то стиля? Вам это не кажется просто смешным? Неважно, что думают другие. Но я могу вас заверить, с точки зрения художника, каждый мазок кисти на картине принадлежит мне, Чу Хуанфэю. Что касается жанра «Снежных гор», я провел там свои годы в прошлые времена. О развитии этой школы есть много статей, мне не нужно объяснять. Подробнее прочтите сами. Господа журналисты, вы можете проверить данные. Я просто хочу сказать еще раз, все это мерзкие слухи. Правда всегда выйдет наружу. Спасибо суду за восстановление справедливости. Что касается прошлого, из всех этих легенд, я не могу ничего сообщить. Предлагаю вам самим найти ответ. Информацию вы можете услышать от многих людей. Там стоит истец. Почему бы не взять у нее интервью? Тонхуа, Гуаньшань, пропускаю. Твой ход, подожди. Твой ход, пропускаю. У меня только две, пропускаешь? Я выиграл. Давай, купи нам жареные утки. Оставь телефон. Не забудь захватить вина, брат Хуэй вернется ночью. Хозяин, две жареные утки. Придется подождать. Мы только что продали последнюю. И только поставили свежие. Это займет некоторое время. Ладно. Какие еще секреты? Это все слухи. Хозяин, у тебя еще есть вино? Да, сколько нужно? 6 бутылок. Сейчас принесу. Схожу на склад.
Алло. 95958. Приведи капитана Ченя. Капитан Фэн говорил про позывной 95958. Быстрей! Да. Сюда! Подожди, офицер. Капитан Чень скоро будет. Капитан Чень, он назвал 95958. Алло. 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 Что там? Что он сказал? Связь разорвана. Значит ли это, что он в опасности? Почему так долго? Столько времени на двух уток? Я только вышел. Тогда чего ждешь? Ты сам почему тут? Я спрашиваю, почему так долго? Парень, я принес. Сколько? 90. Сдачи не нужно. Спасибо. Приходи еще. Значит так, если он позвонит еще раз, дай ему мой номер телефона. Пусть звонит напрямую мне. Да. Лили. Я знаю, что ты расстроена. Просто признай поражение. Что еще за поражение? Я проиграла, потому что кто-то выиграл картину, что ты мне принес. Что? Как такое могло случиться? Достаточно, я не хочу больше об этом говорить. Синьор много заплатила за это. У нее должны быть доказательства. Кто-то забрал картины по пути к эксперту. Это не просто совпадение. Как я могу теперь верить тебе, отец? Вы вернулись? Да. Привет, господин Ли. Давно не виделись. Мастер Чу, скажи что-нибудь всем. Я умею только рисовать. Но моя жена скажет за меня. Хорошо? Проходите. Проходите. Все в порядке. Пожалуйста, мадам. Право. Я скажу совсем немного. У нас собрались сегодня друзья художника Хонфея. Его ученики школы Снежных гор. Известные люди аукционного бизнеса Шанхая и не менее известные планировщики и галеристы. Говорят, что люди с одинаковыми склонностями конкуренты. Но сегодня, ради искусства, мы собрали вас всех вместе. Мы никакие не враги или конкуренты. Между нами нет никаких разногласий. Мы просто члены клуба художественного искусства. Согласны? Согласны? Давайте поднимем бокалы. Я надеюсь, что все
смогут хорошо отдохнуть и повеселиться. Давайте забудем об иске. Сегодня мы говорим только об искусстве и живописи. Все замечательно. Я надеюсь, что все, помимо сотрудничества с жанром снежных вершин, поддержат искусство. За вас. За искусство. За искусство. Выпьем. Выпьем. Ваше здоровье. Перестань столько пить. Ты только что проиграла судебный процесс. По крайней мере, ты знаешь нашего врага, знаешь его недостатки. Помнишь, что я тебе говорил? Я твой амулет. Будь уверенней, все будет хорошо. Тебе не появиться в это время. Ты же обещал защитить меня. Мама. Знаешь, ты знал, что тебе нужно будет исчезнуть. Если ты знал это, зачем ты вообще пришел ко мне? Почему? Почему ты не можешь сделать то, что обещал? Капитан Чень, я хотел бы поехать в Юньнань, помочь Цинь Сяотяню с расследованием. А если что произойдет, если ему понадобится помощь, не волнуйся. Как только ему понадобится помощь, он может прийти ко мне. Хорошо. У меня с ним соглашение в экстренной ситуации. Если он не сможет связаться со мной, он свяжется с отделом. Код будет 95958. Мы будем знать, что это он. Звонок от 95958. Алло. Что там? Что он сказал? Связь прервалась. Значит ли это, что он в опасности? Цинь Сяотянь, у тебя проблемы? Хан Фэй, почему ты стоишь здесь один? Я жду тебя. Позволь мне сказать, ты выиграл дело. Теперь ты не виновен.
Между тем, ты сейчас гораздо популярнее. Это самое лучшее время, чтобы поднять цены на твои картины. Теперь ты можешь радоваться. Прошу, коллеги и друзья, пожалуйста, проходите. Соберитесь здесь. Прежде всего, я должен поблагодарить вас за то, что вы пришли сюда сегодня. Во-первых, мы все собрались вместе. Во-вторых, это моя победа в деле с судебным иском. Я хотел бы поблагодарить кое-кого. За все, что произошло со мной до сегодняшнего дня. Этот человек... Это, несомненно, моя супруга, Чэнь Джэнси. Я помню, когда я был молод, когда я впервые встретил ее. Она мне тогда сказала. Она сказала, что если я сосредоточусь на своих картинах, должен обязательно стать выдающимся художником в будущем. До сих пор эти ее слова крутятся у меня в голове. Она моя изначальная сила. Без своей жены, без ее поддержки и мужества, я бы не стоял здесь сегодня. И не смог начать жанр снежных гор. Не было бы столько работ с прекрасными снежными сюжетами. Хорошо, спасибо. Но то, что я хочу сказать, это моя знаменитая картина. Одна, неповторимая. Если посмотрите... Картина на стене моего дома. Это мои последние работы. Я никогда раньше не показывал их публике. Вот почему я пригласил вас сюда сегодня, чтобы вы оценили и обсудили их. Моя цель — это не только жанр «Снежной горы». Я хотел бы помочь распространить искусство во всем мире. Спасибо всем. Джихан, ты должен пойти и пообщаться с гостями. Я занят. Твой отец выиграл дело. Каждая галерея намерена приобрести картины твоего отца. Это хорошая новость. Ты должен быть счастлив. Что толку от победы? У нас много похожих картин по всему дому. Но для Ли Синьюэ... Дело касалось ее родителей. Ты предпочитаешь доверять незнакомке, чем своей семье? Мама, она не посторонняя, она мне нравится. Ты должен думать о другом. Если бы твой отец проиграл дело... Был бы ты рядом с Ли Синьюэ, независимо от твоего отца. Я буду стоять на стороне справедливости. Если твой отец настоящий преступник, ты должен знать, как найти баланс между законом и моралью. Мама... Несмотря ни на что, мы не можем так обращаться с Ли Синьюэ. Все очень просто. Твой отец выиграл дело, потому что у Ли Синьюэ не было доказательств. С юридической точки зрения она была к нам несправедлива. Когда ты не знаешь правды, нужно доверять закону. Мам, я знаю, что ты имеешь в виду. Но ты не знаешь Ли Синьюэ. Она не такая, как ты думаешь. По моему опыту, она бы ничего плохого не сделала. Ты совсем не знаешь женщин. Некоторые женщины будут притворяться невинными жертвами, но через какое-то время она покажет свое истинное лицо. Мужчины никогда не забывают произошедших метаморфоз. Мама, о чем ты говоришь? Я тоже была более нежной в самом начале. И много восхищалась твоим отцом. Отец стал зависеть от меня сильнее. Возможно, ничего не было бы между твоим отцом и Сяо Фанфан.
Хватит разговоров. Это в прошлом. Я больше не буду об этом говорить. Если ты устал, можешь отдохнуть. Я пойду. Капитан Чэнь, как идет переправка киллера? Полиция Юньнань перевела его в Шанхай согласно приказу. Идем. Да. Чего ты смотришь? Не хочешь задать вопросы? Так спрашивай. Что? Ты хочешь рассказать? Ты был замечен на черном байке, рядом с городской станцией Юньнань. Превысил скорость и кинул камни, из-за тебя лопнуло колесо такси Ли Синьюэ. Местная камера наблюдения все зафиксировала. Ты виновен в автокатастрофе. Дальше, в горах Шангри-Ла, ты снова напал на нее. Ты хотел убить ее. Это ничего не доказывает. Я не очень хороший водитель, а в горах они сами напали на меня. Ты не можешь просто слушать их. У нас есть еще доказательства. Если ты признаешься сам, ты нам очень поможешь. Мы готовы смягчить твое наказание. Те доказательства, что есть у меня, намного убедительнее. Твое решение. Откажешь, будет хуже. А. Я предупредил тебя. Все люди в наше время любят фотографировать, снимать видео и отправлять их в сети. Даже есть прямая трансляция, особенно в живописном месте. И ты думаешь, что никто тебя не зафиксировал, когда ты напал на Ли Синьюэ? Это запись твоих телефонных звонков. Можешь убедиться лично, кому ты звонил больше всего. Это... Меня нанял Чу Хон Фэй. Капитан, вы такой крутой.
Будет хорошо, если мы получим его устное признание. Там решим, что делать дальше. Сосредоточьтесь на этом. Выясните об этом Чухон Фэе. Здравствуйте, господин. Извините, продолжайте разговор, я отойду. Джихан, быстрее. Иду, мам, я одевался. Я жду, чтобы представить тебя важному гостю. Мастер Чен. Идем. Позвольте вас познакомить. Это дядя Чен, старший член шанхайских искусств. Первая картина нашей семьи была продана дядюшкой Ченом. Это мой сын. Приветствую, дядя Чен. Здравствуй. Ты стал таким взрослым. Твой отец сказал, что ты путешествовал на трейлере и был популярен. Спасибо, дядя Чен. Папа, я пойду перекушу. Продолжайте общаться. Извините меня. Все хорошо. Брачу! Шэнся, почему ты здесь? Лили и ты вернулись из Юнаня. Цин Сяотян пропал. Мне скучно быть одной, поэтому я тут. А как поживает Апэй? Я навещу его. Все хорошо, если ты смогла найти мой дом. Я угощу тебя чем-нибудь вкусненьким. Эта вечеринка мне не нравится. Не нравится вечеринка? Ты же Джихан. А ты... Ты стал таким взрослым? Я тебя с трудом узнала. Это твоя тетя Вэй. Вы встречались, когда были молоды? Тетя Вэй — известная галеристка живописи в Шанхае. Как поживаете, тетя Вэй? Ничего, дай обниму. Я так рада тебя видеть. Давно не виделись. Ты загорел? Ты разве не учился за границей? Наша работа предоставляет много возможностей для встречи с иностранцами. Ты так долго жил за границей, ты должен был привыкнуть к обнимашкам. Кого вы ищете? Мы ищем господина Чухон Фэя. Что случилось? Господин Чухон Фэй, пожалуйста, пройдите с нами. Офицеры, вы точно не ошиблись? Дело моего отца уже закончилось. Это другой случай. Пожалуйста, ему нужно пройти с нами в полицию. Папа, все нормально. Ты должен мне помочь. Развлеки гостей. Я пойду с ними. Мама, есть какие-то секреты от меня? Почему здесь полиция? Брат Чу, с твоим отцом все будет в порядке. Полиция просто пригласила твоего отца для расследования. Не волнуйся слишком сильно.
Как ты можешь доказать, что это работа твоего отца? Потому что это правда. Как только они сравнят ее с ранними эскизами, все узнают. Почему ты решил украсть у своей семьи? Кто из вас врет? Зачем это скрывать? Забери все картины из галереи на экспертизу, чтобы помочь этой проходимке причинить мне боль. Я отдал тебе картины, чтобы доказать невинность своих родителей. Пусть правда раскроется. Можете ли вы представить заключение эксперта, подтверждающее, что ранние работы моего доверителя не имеют ничего общего с этой картиной? У меня были доказательства. Тогда где же заключение? По пути к эксперту на меня напали и отняли картины. Просто признай поражение. Какое поражение? Твоя еда. Твоя одежда, твой автомобиль, твоя учеба за границей, твоя карьера, твоя жизнь в этом большом доме, и даже твое путешествие, где ты встретил эту Ли Синьюэ. За все это я расплатился моими картинами. Скажите Чу Хонфэю не использовать его грязные деньги, чтобы оскорбить меня. Ты скорее поверишь незнакомке, чем своей семье. Брат Чу, ты все это время был здесь? Столько часов? Скажи что-нибудь. Шанся. Налей мне воды. О. Как думаешь, с моим отцом все будет в порядке? Конечно, в порядке. Мой отец правда украл работу ее отца? Или Ли Синьюэ подставила его? Скажи мне, что из этого правда? Скажи мне. Ты хочешь знать правду? По правде, я тоже этого не знаю. Хотя суд вынес свое решение, я не уверена, что это правильно. Я не думаю, что Ли Синьюэ поступила несправедливо с кем-нибудь. И я слышала у суда, что у нее не было хорошей жизни. Я не думаю, что она все это спланировала. Но как твой друг? Я не хочу видеть ее и себя жертвами по делу твоего отца. Так что, когда ты спрашиваешь меня о правде, я не могу выбрать ни одну из сторон. Я хочу, чтобы все закончилось хорошо. Особенно у тебя. Спасибо, Сяся. Спасибо, что поддерживаешь меня сегодня. Так как мы не знаем правды, я должен выяснить это сам.
Я дам еще один шанс. Наемный убийца признался во всем. Вы не признаетесь? Что вы хотите от меня услышать? Я его не знаю. Это кто вообще? Если бы я знал его, и я нанял его для убийства, то признался бы, конечно. Я бы сказал вам всю правду, как только вошел бы сюда. Я ведь прав? Прошел целый день. Я ничего не сказал. Это значит, что я ни в чем не виновен. Что вы от меня хотите? Я не умею врать. Я просто честный художник. Капитан, неужели мы отпустим его? Прошло уже 24 часа, он умный и ничего не сказал. Да. Нам нужны прямые доказательства. Без какой-либо уклончивости. Нам нужно его признание. Сейчас у нас нет прямых доказательств, чтобы доказать связь между Чухон Фэем и наемником. Признания киллера нам недостаточно. Когда мы в последний раз его допрашивали, у вас была запись его звонков. Разве это не доказательство? Личные данные владельца были блефом. Это было подделкой? Поэтому нам нужно найти источник их связи. Выясните его отношения с Чухон Фэем. Папа, ты вернулся? Я вернулся. С тобой все в порядке? Я в порядке. Что они с тобой сделали? Просто задали несколько вопросов. Все нормально. Пусть твой отец отдохнет.